Вы знаете, вот то, что происходит сейчас в Турции, вы знаете, я считаю, что это давно зрело. Потому что ту политику, которую вел нынешний правящий парламент, да, и президент, да, оно рано или поздно оно бы привело только к хаосу, хаосу в стране. Он говорит, что у них демократическая страна, да, что у них есть свобода слова, что у них есть свобода действия. Но яркий пример, то, что мы сейчас видим, да, что элементарно то, что народ выступил, чтобы в этом парке не строился какой-то бизнес-центр, что это парк имеет историческую ценность для турков, да, мы видим, что просто-напросто приехала полиция, всех разогнали, извините, есть смерти. О каком демократическом обществе в Турции мы можем говорить? Я считаю, что такому парламенту и такому президенту, ну, недолго осталось на политической арене быть там у власти. Рано или поздно они уже сейчас своими действиями, ну, на процентов 20-30 потеряли свой электорат.